Беларусь сегодня отмечает День труда, праздник весны, 1 мая, День международной солидарности трудящихся. Это добрая традиция, объединяющая многие поколения. С праздником беларусов поздравил и президент Александр Лукашенко. Торжественные мероприятия в Минске начались с возложения цветов у стелы «Минск. Город-герой». Основная программа проходит в Парке Победы. Там собрались представители трудовых коллективов столицы, трудовые династии, ветераны труда и профсоюзного актива. Глава организации Михаил Орда назвал праздник датой, которая сплачивает всех беларусов. Сегодня нам, Белоруссии, нужен мирный, созидательный путь. И мы сегодня говорим, что у нас сегодня абсолютное большинство. Мы видим, сегодня здесь собралась мирная, трудовая сегодня страна. Когда есть возможность... 1 мая – это и повод поговорить о ситуации на рынке труда. Сейчас она достаточно стабильная, заявила министр труда и соцзащиты. Ирина Костеевич прокомментировала также выполнение поручения президента по трудоустройству безработных 1 мая. Мы переломили ситуацию, и по марту месяца занято в экономике у нас количество выросло на 5,6 тысяч человек. Это говорит о том, что пошла хорошая положительная динамика по росту занятых в экономике и, конечно, процесс по трудоустройству. Вы знаете, в апреле была развернута масштабная работа во всех регионах. Мы дошли до каждого человека. Кто хотел, кто мог, тот нашел рабочее место. И мы за апрель месяц трудоустроили более 85 тысяч человек. После официальной части беларусов, конечно же, ожидала насыщенная культурная программа. Только в Минске окунуться в атмосферу праздника можно на нескольких площадках. Ну а согреться минчане и гости столицы могут горячим чаем и шашлыком. Хорошо, что сохранился этот праздник. Я еще помню, с отцом ходила на демонстрации, на парады эти. Хорошо было. Это хорошо, что люди еще его помнят, этот праздник. Всем хочу пожелать здоровья, труда, мира и всего самого доброго.